Совсем немного осталось до первого весеннего праздника Международного женского дня. О том, что этот праздник значит для чебоксарцев, смотрите в нашем опросе. 8 марта – это? Тяжелый день. Любовь, счастье и жена. А у вас какие-то традиции особые есть для этого праздника? Будут с этого года. Женский день. Женщины дарить подарки, делать приятное. Продолжите, пожалуйста, фразу. 8 марта – это? Праздник весны. А вот символ есть какой-нибудь лично ваш? Вот что, весна – это вот с чем ассоциируется приход весны? Весна с цветочками. Дело не в этом, что дарят, а главное, чтобы он человек, ну, как бы сказать, любил. А какие традиции лично у вас, как у мужчины, для ваших женщин любимых? Поздравляем всех женщин. А как? Есть что-то особенное? Да, с букетами. Вы уже готовитесь, да? Да, готовимся. 8 марта – это возможность мужчине показать свои чувства девушке. То есть не забыть, там, как о дне рождения ее, вот, и ничего не подарить. А вот просто вот он помнит всегда 8 марта и всегда может в полной мере вот, показать свои чувства. А как ты поздравляешь? Маму, бабушку, там, вообще свои женщины? Поздравляю маму, желаю счастья, любви и долгой жизни. Счастливый женский праздник. Желаю всем счастья, добра и здоровья, самое главное.